Однажды мы с тобой сражались плечом к плечу, Крок, но ты оказался предателем. Иди же, встречай свою вторую смерть. Мэнспек. Офспек. Мейнспек. Офспек. Кинешь трейд. Найдете меня, кинете трейд. Ну, в этой луже никого нет. А, я только подбегаю. Кевинту на Валитре. Джайна так и не работает. Да, все еще нельзя запустить ее, нет опции в диалоге с Тирианом. Глупый Крок, ты сам привел мне подкрепление. Восстаньте, чемпионы силы. Я отвлекусь на себя. Верните наших братьев обратно в могилы. А мы вчера Риску убили, да? Да. Да, Хэмку. Пегастри справа, Алоэ слева. В порталах у нас Коника Шторм и Элбрил. Мосса и Морал на рейде.
рыбка стоит. Рычи на пол. Танки пол. Что, может, следующий ты на сколке, да?
Хирс, у тебя вообще там стадии ни хрена ничего не сделано, да? На ком, на Эле? Да. Да нет, мне даже палку не отдавали, когда я... Ёпта, а чё ты её не берёшь-то теперь вообще? Ну, не знаю. Ну, Неликса берёт, я подумал. Ну, просто сейчас есть шмотки, которые, мне кажется, больше нужно. Хотя, в принципе, я не против. Сейчас посмотрим, что в это КД на воках и ему упадет. Если ничего не упадет годного, может возьму. Значит, ближайшее, что я могу сказать по осколкам, после Неликса будет... Скорее всего, Анкил, следом за ним будет Шторм. Но это еще может быть изменится. Шторму зачем? Фу-фу-фу, на Элему ну, собирать. Ну, как бы я не против, чтобы дамагеры Элемы, имея такой мейнспек, собрали себе эту оранжевую палку. А ты этого Мозера не хочешь на осколке? Не, мне еще рано. Ну, у него стадия еще тоже не сделана. Падает щит и уже палку выкидывает. Плюс вот. Там, блядь, такой щит завезли. Ну это если скелли смотреть, имеешь в виду? Да? Хз, не знаю, насчет вашего. Там это как Нелик берет ну, уже келли, возможно. Я говорю, я не уверен пока насчет того, что вообще думать о сборе. А я вот насчет скелли вот этой пухи шалок дума думаю, он, бля, кажется, пизже, чем Шейм, нет? Маловероятно. Добегаем все в комнату. Ты на ретрика не будешь менять? Маловероятно. Каст, мед. Краску. Казон. Ну вот да, типа если появится, если выяснится, что будет еще какая-то 290-я одноручка, тогда я точно не буду собирать. Ну, по крайней мере, пока хотя бы пару печенек Т5 не заберу. И просто знаешь, вот эта вот идея, то, что ты за основу 800 ГП сразу лутаешь, мне вот это не очень нравится. Если бы типа после сбора шаймки сразу 1800, было бы пофиг. А ты сделай мне теперь хилада, полутая с него бесплатно. Такие прошаренные. Ну, блин, типа 50% ЕП терять. Ну так. Возьми себе 4 эти, как его, печеньки, вот что потом себе сделаешь. Ну, знаешь, вот до того, как открыли ОКХМ, я так и думал, что я типа буду эту палку лутать после того, как полутаю все, что мне нужно. И как только выпал этот плащ с РСХМ-ки, через буквально пару дней объявили это ОК. Вот когда полный лут на Келя и хотя бы часть ЗС-ки скажут, что там падать, тогда я думаю, определюсь точно, буду делать. Потому что я вот сколько послушал людей, у всех какие-то разные мнения. Он там... Кому-то она вообще ничего не дала, эта шемка, кому-то она там какие-то мистические 2000 ДПС добавила. Понимаешь, каждая шемка дает плюс-минус по 1000, 1000 максимум по... У меня шемка на 1000 поднялась.
Но я ходил тогда с посохом Зуламана, по-моему. Вот видишь, ну типа посох Зуламана, если бы у тебя, к примеру, был, ну то, что Вока Хэмки падает, да? Зуламана у меня было даже, у меня был просто обычный вечный ход. Лен, скажи мне шемку, пожалуйста. Чего? А, ну да. Сейчас так посмотрю. В группе. Маловато СПД что-то. Буешка, кто забрал? Я отказался. Торчик. У меня чат улетел, я не могу найти. Спрашиваю один раз. Алина. Каждый ёбаный рейд я объясняю, что БУЕ не ролит. Зачем тыкать кнопку нужно? Я не тыкала. Правда, может, когда подлагала, и я прям все подряд тыкала. Это единственный момент, когда я все подряд тыкала. Специально я этого не делала. Сейчас отдам. Миш, вот говорю, насколько... Говорю, поменяйте меня и все. Этот накапливает. Давай. Сколько она там? 310 СПД дает вроде, да? Прок, если смотреть. Да. Насколько быстро она накапливается? Типа за каждый удар, по идее, да, один за? За каждый каст. Не закажут каждый каст. Терсах, вообще этот посох нужен. Бегай щитом, блядь. Будь настоящим шаманом, блядь. Ну, блин, я просто, понимаешь, когда мое мнение то, что если взять 290 щит и 290 пуху, будет лучше, чем Шемка, а потом мне какой-нибудь Элем, который собрал недавно просто Шемку, говорит, что у него косарь вырос. Ну это вообще жесть просто. Нет, смотри, Кирс. Ведут какую-нибудь одноручную Майсу Шемку. Вага, кинь обмен, я не могу кинуть. Вага, кинь обмен, я не могу кинуть. Вот если бы так было, понимаешь, типа если бы они изначально сказали, если они ее ведут. Ты же видишь, что... Ну, одноручка, скорее всего, хиловская. Фарада даже с посохом не дамаж. Ты же это прекрасно видишь. Лучше с щитом бегать. ХП сэкономишь. Редвар, я четвертый кусок навара соберу, и твоего вара унижаю. Конечно, конечно. Так тебя вага уже унижает. У тебя собран гораздо хуже. Ты не сравнивай вагу с собой. Ага. Это две разные, как тебе сказать, два разных человека. Нет, я вот, смотрите, я не знаю, как за Элема, но за Шпест. Типа, когда она стакивается, тебя, блядь... вон, другие маги унижают в рейде в основном. Говно. Ну, а просто, чё, знаешь, мое мнение такое, что как бы шаман — класс, которому специально придумали, что он должен носить щит. И я как-то не очень хочу отклоняться от вот этого вот, что... Нафига вы... Вот, не знаю, нафига они вообще эту приписку сделали, шаман? Меня это очень сильно напрягает все время. Ты можешь заблокировать. Урон забыл. Тут не знаю, Кирс. Совы тоже должны с Майсой, по идее, бегать. Да, все классы, все ДД классы бегают. Совы с одноручкой. По-моему, только... Бегают. Только... Бегают. Только... Ну, просто, к примеру... Меня слышно, нет? Он что дает? Больше хосты и крита, которая в бисе нахрен не нужна в таких количествах. Там все равно фулл в СПД вбивает. Меня слышно, Расов? Да, да, слышно. Да, да, слышно. Я, короче, Кирс, про что говорю, то что статичное СПД лучше, чем прокур. Это я на престе понял, блин.
Ну, я понимаю, что оно лучше. Ну, в плане... Вот Элема точно по-любому лучше, потому что у нас все конченые вот эти Т5 завязаны на то, что чем больше у тебя стачечного СПД, тем лучше для тебя в принципе. Ну, потому что, смотри, потому, когда, что, допустим, реально. Ты кидаешь палец на зайдите одном слайде... Пожалуйста, зайдите в лузу, товарищ. Палец на 7. Рада, по поводу унижения. На БГ зайди, я тебя так унижу. Еще и фак в одну. Ух и провокатор, это же. Он просто обижает, что у него пояс добра. А этот пояс я и в ДВ заберу, нахуй никому не нужен. Я не поэтому. Пояс. Че, перекуривай? Да, перекур 5 минут. Ставлю таймер. Я не по поводу пояса говорю. Так-то если что. Ну да, именно поэтому ты потом стал предлагать, что надо ДД... Просто, да, заходить. Вот смотри, вот реально, вот сам посуди, некоторые ДД получают, вот, бегая в ДД, на ДД спек получают ГП, забирая шмотку, а некоторые нихуя. Это несправедливо? Или ты разница, считаешь, это справедливо? Разница между РДД и МДД. Дословно, как это было. С самого начала дамагеры то спеком ДД брали все за ГП. Потом в какой-то момент они сделали так, что РДД со спеком мелика лутает без ГП, и, соответственно, мне вот это вот вообще не нравится. Нет, тут еще можно понять, допустим, если... Понять нельзя, потому что человек с одетым мейном спеком идет в рейд, в хай-энд контент, его в хуй пойми как одетый в спек, в любом случае не спекнут. А, я вот лично помню прекрасно, что я себе 5 шмоток на НХ за пол ГП забирал. Знаю, а потом... Уже год. Я, наверное, вот эту историю за шмот на НХ уже, наверное, слышу раз... Я скоро своим детям буду рассказывать про это. Вы знаете, был такой Кирсгор на мир. Он все шмотки на НХ брал за ГП. Такие, да ладно. Не может быть, да? Но я, блядь, Кирса вот, в НХ не знаю вот, ни разу. 4 Т5 полутая на НХ, приду, да, и буду, кстати, Мишу может, унижать. В НХ я его реально ни разу не... Я его, бля, больше года знаю. Даже почти полтора года знаю. Вы самый взломан, просто тогда не попадали. Блядь, я лёг как... Слухи, но никто не видит. Да. Кстати, ты, Фарада, знаешь этого торгу? Давай. Да. Даже он тебе сказать. И чё? Смеется над тобой, вот так вот. Спокойнее. Торгул смеется над тобой. Чего? Ты это к чему сейчас вообще? На самом деле, если бы еще энхи могли ШМ носить, они бы еще и ШМ попали. Он в плане того, что... Своим паром ты его магу унижает и немного рофлит над тобой. Где, на БГ? Да-да. Ничего, что я его каждый раз убиваю, если он, блядь, не в толпе залетает. Ух, как меня маги на БГ бесит, это просто пизда. Охота, блядь, за ханта их расстрелять, хуям заслал. Как может бесить маг, если всегда бесили последний, только один? Последний раз, когда я Фарада видел... Своим варом, блядь. Он от меня на тапках усебывался, а я за ним, может, короче. Может быть, блядь, потому что за тобой бежал народ еще, и нахуй мне с вами драться? Пизди мне там, не было никакого народа, блядь. Стою, дефую точку, бежит, блядь, толпа. Брат, чё я съебываю? Как дефую? Стою просто на точке, блядь, и ты её не дефуешь. Не, ну как, если побежит 1-2 человека, я её задефую. Блядь, ну когда бежит стадо, я чё буду делать? Ну, позбиваю я захват, потом сдох. Я тоже никого ВП не боюсь. Специально на 500 рейтинга играю, чтобы залетать в ПШ, блядь, кого-нибудь убивать, нахуй. Я варом тоже так делал, фуриком ходил, когда там просто шестые каты залетаешь, вихрь, все, минус. Да, как. Ну, зато дейлик быстро делает. Правда, сегодня, блядь, 50 минут на альтераке сидел. А, за дружку? Бля, Муса, я, короче, на БГ, вот, которая топ-1 там, я же, Бурён, Бурёнка или...
Я за сало там, если готовность есть, я за сало убиваю. Ну, бурерождённая. Верчу на АФК. Как обновить по ханту. Че, кстати, Нелекс молчит постоянно, блядь? Повторно верчу на АФК. Банку Каунинг Д поставьте, пожалуйста. Сзади. Ласку взять можно из банка? Обязательно. Ты лагаешь, нет? Да, у меня периодичности лагает, а периодичности не лагает. То есть не постоянно. Босс, будешь? Или лучше на замену пойдешь, послакаешь? Я бы попробовала, но если хочешь, отправляй, я пойду, как скажешь. Я тебя спрашиваю, босс убить хочешь, можешь или лучше послакаешь? Ну, чат не лагает. Ну, это происходит, говорю, рандомно. Два босса подряд у меня ничего вообще не лагало, потом подлагнуло. Ну, до этого вот в начале вообще вылетало, теперь хоть не вылетает. Видишь, я не знаю. Как скажешь, так окей. Норси похилишь 6-м хилом? Норси? Похилишь 6-м хилом? Справимся. Ну так, на всякий случай. Норси, спекайся. Рыба стоит, обновляем бафы. ОКХМ завтра, что ли, будет? Да. Обязательно всем выпить сопрот. И ручей на пул. Все по классике. Кто умирает без сопрота, это ГП снимать не будет. Пегастри мейн танк, алоэ оф танк. Хуя не собрать, смех крутит. Бежим, нет. Метки поставил на всякий случай. Бежали на балкон.
ДД по правой. Активнее. Бладласт. Полина, дай, пожалуйста, мне подожданку на пятидолу. Дали уже. Пирс и Сайдс дали. Мелики. Меняю босс. Масса, уйди. Завершите, если на мне метка, пожалуйста. Рассказываю, почему я так далеко отпрыгнула. Там с двух сторон ко мне две метки подбегали. Мы бы просто втроем сдохли. Да видите. Нормально. Ух ты, там. Танки ГЦ. Кто бы там ни был. Да тут не танки ГЦ, вот вообще не раз. Серьезно, никому не надо, что ли? Там вменяемого в спек танка. На мага, на успех. Че, есть у всех, что ли? Типа ролит Мозерного в спек и Мосу, видимо, на третий спек. Mm-hmm.
когда вы успели комнату активировать? А, еще драный про, точно. Может, у него лагу, да? И Неликс тоже можно. Пока он добегут быстрее был. Обновляем бафы. Полину поставишь? Норсив, кота обратно. Да, поставлю. Спасибо. Поставила. Локи меня слышит? А еще варлоки меня слышат, кроме Локи? Да. Казум СС перед третьей фазой на Окинаре. На нем висит уже. Хорошо. Если СС спадет, Локи обновишь СС по Окинаре. Казум, у тебя ССКД? Или ты да, просто 5, не давал? 5 минут. Короче, он после того, как даст диван, если вдруг потребуется, еще раз по нему дашь. Ладно. Будем продавать хули паладина. 2 или 3 раза. Танки кто где хочет быть? Я на БАМе. Все, окей. Пегастри, значит, на профи. Включи на баф и пул. Я немного отвлекся, кто первый дает диван? Диваны абсолютно все даешь ты. Хитро, да? Несмотря на КД. А ты? А я нет. Ладно, я тогда первый дам и через 5 минут следующий. Хорошо. Вы только не добивайте. Тут столько ДПС, без дивана можно убить. Уже, наверное, после плечо сейчас будет. Кстати, стопаем. Не. Ход и щиточки там активно на Обаму, чтобы ресурс у него генерировался.
пустить его. Шторм, 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 беги! Не откинула, неплохо, неплохо. Кто у вас был с красной меткой? Шторм. А нет, нормально. Нет, он сходит, кастует. Под зеленого отошли. Встаем в кемпы. У меня красный. Беги красный, пожалуйста. Кирс, сам встанешь? Куда зеленый пошел? Вставай, Кирс. Жунен, БР по мне. Каску по себе. Что, их на вопрос? Даю. Вы уже выбежали быстрее. Войд, можешь посмотреть, что сейчас случилось? Кто остался впереди рейда? Танк, которого с чумки выкинуло, с зеленой меткой оказался. Да нет, он не про это. Нет, когда только случилась перифаза, меня убило в зеленом кемпе, но там кто-то стоял спереди. Понял. На первой перифазе, что ли? Радар, нет, уже вторая перифаза, когда БЛ сдали. А, ну... Чем мне агиловский пояс? Может, хилочка не было? Сейчас, а, подожди, лут поиск? Раздам, замедлишь видео, ладно? Давай, давай потом соберу пояс. А чё тебе так пояс не подходит? Потому что кожаный и без интеллекта. Последнее особенное надо.
В твоем случае Фарада даже интеллект не помогает. Я даже баф на дополнитель. Да я не знаю, там, а кто там просел там? Кого-то захилили, кого-то нет вроде. Тут еще сдох Кирс, да, вроде? Да. А, да все, можно видео не смотреть, я уже понял. Кто это был спереди? На третьей фазе это ДК выпал с чушки, на него побежало. Это потом. Этого Кирс не дошел до кемпа. Там как-то переводили не очень. Через всю комнату надо было бежать. Мне интересно, почему, когда Кирс не дошел, я стоял в кемпе, в углу находился, убил, и почему меня, а никого другого? Месть. А, со мной тоже так один раз было, там... Я выжил с 2 КХП, рядом был. Там, получается, где мы в этот угол встаем, там текстура есть, можно с одной стороны текстуру, с второй. Это надо прям в угол хилять. Ну, я типа прям в углу стоял, как обычно, в принципе. Я вот там за ханта два раза. Я в холике здесь. На лече, да, ты в холе. Вага, ты ЛС не против. Мозер, отдашь обратно. А рада, нихуя ты 21 кадал? Чё там, Фарад, ты гайды почитал, блядь? Кто что хочет потранчить из танков, можете выбрать. Ну, раз ты гастри стеснительный. Алло, и что ты хочешь танчить? Пусть босса он доплатит. Вот это парольте там, кому надо, мейн спек. Офспек. Мозер хороший. Кожа, блядь, навара. Ну, ПВП это только на воротник. За ГП. Мозер, если ты хочешь это на танка, то на танка отдам. Соляра, думаю, лучше. АЕМовск ты имеешь сюда? Нет, обычка соляра. Сколько? Кто на боссе, кто на трэше? Ты стараетесь заранее. Бегасри на боссе. Алоэн на трэше. Верче на баф и пул. Да, а я бы взял бы себе навары этого пояс. Он мне как раз нужен. Какой? Вот этот. А у тебя нет его? Нет. Короче, берется Пегас, он. Смотри, начинаешь здесь.
трапа из первой прилетел в Мелизону. Пошел сюда, допустим. И так в ту сторону двигаешься. Принцип понимаешь? Танкуешь лича все время, видишь на меня вот так вот, чтоб лич смотрел в сторону офтанка, и ширкари появляются ближе к... Ничего сложного. Вага, дашь промывал? Готово. Запускаю. А, сука. Поставь перед ногами вот этого метку, ту забаговалась метка у меня. Центральную хуйню. Да не на него. Да я уже понял. Неужели прибыли наконец хваленые силы света? Мне бросить ледяную скорбь и сдаться на твою милость, Фордринг. Мы даруем тебе быструю смерть, Артас. Более быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. Ты пройдешь через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду слушать. Твои отчаянные крики... Топовый сетап хила. ...служат доказательством моей безграничной мощи. С двумя довместками, да? Может, это точно. Герои в атаку! Я оставлю тебя в живых, чтобы ты увидел финал. Не могу допустить, чтобы ты мечтающий служитель света пропустил рождение моего мира. Прибежали. Прибежали. Танк улетел. Блять, да написал ловушка на Жунуэнь, вообще не среагировал. Чума на Жунуэнь. Брула. Ты тоже улетел. Нет, не надо падать. Жунуэнь поднимает Акинари. Норси и Пегас. Ну ладно, все. Хорош. У меня ДБМ проносил. Чума на Жунуэнь, следом за этим ловушка на нем. Кстати, да. Я так и не помню. Я даже чардж не успел. Ну, я с него сдиспелил, и на меня кинулось, я уже выносил потом. Слышал тоже, скрины скидывали с других гильдий по типу такого прикола, что ловушка пишет на миле, а РДД улетели. Тоже тема была недавно. Так что ДБМу сильно верить нельзя. Я так понимаю. Да спрыгни ты на Эликса. Но у меня камень есть. Не вставай. 3, 2, 1.
рыбка ставит. Ник приста, kill me later. 260 персов, много, опыт большой, плюс 260. Поспрашивать про других персов. Т5 нету. Без Т5 неинтересно. Тут вот ни у кого не спроси, блять, каждый опытный, каждый свет с руками. Из жопы, да? Короче, а на БГДах там все гладиаторы, нахуй. Я спросил, в какой гисе стоишь, что-то с Сибири, главно. Не понял, что написал. Пишу, персы с Т5 есть. Он мне пишет, вот задры, я хуею, ищи дальше. Понял, да? Ну вот и пообщались, уже неплохо. А чё на пол? Так, а чё лоховская гильдия какая-то еще и перебирает? Правильно. 220-х персов много, чё-то. Пытаются себе заманить Т5 людей. Игнорируют вас, написано. Ты как мне писал один товарищ? Типа, а, людей в Т5 набирайте, чтобы вас в вагоне. Да тут без Т5 люди за вагоне. Ты других не ищу, блядь. Было бы круто собирать Т4, блядь. Быструю, чем ты заслуживаешь за то, что замучил и погубил десятки тысяч душ. От 15 капель просто. Через эти мучения сам. И будешь молить о пощаде. Но я не буду.